Не конец, а новое начало ждет систему здравоохранения Ангарска. Там планируют объединить городскую больницу номер 1, станцию медицинской помощи и перинатальный центр. Дорожную карту по реорганизации медицинских учреждений утвердил бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. При этом уже к 4 февраля ведомство должно подготовить проект правового акта правительства региона, а также финансово-экономическое обоснование. А сегодня должны были пройти наблюдательные советы в объединяемых больницах. Тем временем врачи Ангарского роддома уже выступили против реорганизации и написали коллективное письмо к главе Прибайкалья. Медики опасаются, что слияние может нарушить слаженную работу больниц, а оптимизация приведет к сокращению ставок и медицинской помощи населению. По мнению же областного Минздрава, рабочих мест наоборот станет больше, а объединение создаст единую диагностическую службу, и пациента сможет проконсультировать любой врач многопрофильной больницы. Своя точка зрения на проблему есть и у депутатской группы «Ангарск». В заксобрании региона парламентарии просили обосновать целесообразность реорганизации, ведь пока что она вызывает опасения, особенно на фоне пандемии. И объединение на фоне вот этого, так сказать, вспыхнувшей коронавирусной инфекции и предупреждение, что грядет пятая волна, это очень серьезный шаг, который надо бы остановить, стабилизировать обстановку здравоохранения и затем уже только браться за какие-то реорганизационные моменты. Цель наша конечная, а она цель для того, чтобы улучшить, да, только улучшить качество медицинской помощи, ну и саму организацию медицинской помощи в Ангарске. Надо сейчас обсудить вообще все проблемы, все вопросы, выработать определенную тактику, ну и дальше уже, как говорится, начать работать вот той рабочей группой, которая у нас сформирована.